Высоко оцениваю работу. Сегодня были представлены проекты, которые вошли в перечень. У нас их порядка 45. Есть наши коллеги из других регионов, у которых доходит количество событий до 200. Но мы все-таки, как говорим, гонимся не за количеством событий, а за их качеством. Наш календарь событий синхронизирован с традиционными праздниками, с традиционным укладом жизни на территории Тверского региона, с православным календарем. Мы считаем, что Тверской регион является таким, так сказать, высоко востребованным и потенциально растущим регионом по туризму, по событийному, по гастрономическим событиям, по краеведческим событиям. Это сегодня для нас является, как вы знаете, одним из приоритетов, и, надеюсь, этот приоритет будет продолжен в течение последующих лет работы правительства нашего региона.